благословенный свет в конце туннеля. О, да, сейчас мы туда придем. Ластоль. Идем мы по катакомбам Нижнего Тагила. О, сейчас мы выберемся наружу. Мне очень опасно говорить громко вслух, потому что на мой шум, на мои крики могут слететься всякие упыри и сожрать меня вместе с моими потрохами. Поэтому я буду говорить так тихо. Почти что пришли. Поздравляю вас, ребят. Мы на свободе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Лайкайте также Жору. Всем до скорого.